Подождите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Нужно подойти ближе. Залей синер, пожалуйста. Шаман. КД. Так, ну давай, Виталя, прото, веселочка, каски, кто углы, кулаки, кал, крест. Поехали, Савян. На пулю идти на меня. Ваши муки станут платой за это вторжение.
Так. Кризи, ты в танке. Так, ну давай. Ты первая копия. Виталикун, вторая копия. Я на боссе. Пулите сейчас на меня босса. Не срывайте, не дамажьте. А то сдохните. Цирк приехал. Да, Зинершина. Я третья копия, да? Кази, продвинь чуть дальше, когда я возьму еще копию. Отец. Дальше, Кризи, дальше. По стеночке в комнату. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штуку. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Я на боссе, Хризис, Виталий, справа-слева там. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что при... Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил... Слуги! Обратите их в пепел! Спасибо. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Виталя, давай по мне каплю. Надо на ту сторону. Так, кто из вас танчить будет, кто дамажить Кризи и Виталий Кун? Так, Виталий Кун, ты ничего света, я танчу тьму. Заходим в тьму, напуливаем. Ну, тебя там в РК просто перенести. Блять, вот кого, я вот хуй знает из них, нахуй. Кто это, блядь? Стилвотер или может быть Филипец? Какой-то пидор сейчас перенесу, нахуй. И он будет мне включать записи, нахуй. Пусть идет в жопу, нахуй.
будет параноика. Так, значит, еще раз. Хилы. Халк свет. К тебе выйдет Дарк свет. Роджер с Аркона тьму. Лок выходит свет. Во тьме 3-4 пати. 1-2 выйдут свет. Это веселочка, это уголы, имейте в виду. Ханты, заходите в тьму, напуливайте на меня. Выходите в свет, напуливайте на Виталия Куна. Ставлю лут. Вот, я отходил, извини. Я на ком? Ну, выходишь, это Дарк свет. Что? Так, чек на. Не достаю, слишком далеко. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Летай, на тебе что делать нехер, блядь? Что ты там бегал? Бегал, бегала? Не знаю. Бля, что на другой стороне? Крепко, нахуй сдох. Пойми, что делаете иногда. Небеса в огне. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Жесты по ней. Святой Роск. Остерегайтесь теней. Святой, притормозите, у вас 30. Не бейте пока свет. Лок пускай бьет. Остерегайтесь теней. Вот 50 будете. Все, бей. Thank you.
Первая пати свету не бейте, остальное берем. Будет 50, будете добивать. РТД чешка. Алло. Тапки. Нахпал. Заходим на ИП. Бон стена. Все, заходим на ИП. Кто-то будет перезаходить, нет? Не помню. Сейчас вторую пойдем. Я отдал сапоги Зелону. А, нахыпала. Не могу пригласить члена другой группы. Ну. Не могу пригласить члена другой. Выйди. Группы. Кит бот ты, блять. Мак, я паладину их отдам. Выйди с инста, Ктулгалы, покинь группу и поднимись наверх к полетчику. Я тут стою наверху. Выйди с инста. Где ты там находишься? Подлети наверх. На вторую. Крим это кто? Какие спеки? Шипа. Ну и ДЦ собираю потихоньку. Thank you.
Выйдите кто-то на суммон, суммоните Лока. А кто Стилвотера перекинул? Кто это такой? Блять, ты шуршишь. Ты Филипец его перекинул? Все, один микрофон выключил, второй оставил. Понятно. Да мне просто, сука, какой-то пидор включал лык записи, нахуй, всякие там уебищные.
Поэтому у меня паранойя началась, нахуй. Ну, сука, не хочу, чтобы какой-то пидор здесь включал записи. Все подпали под раздачу. Че я вам могу сказать? 4 слота, 5 слотов, бейте трэш. Танки вперед, хилы вперед, я постою, подобираю. Пиздите трэш, нечего стоять. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Стойте! Мэль, не успел. Придумают же драконов в капюшоне. Гопники, блядь. Лизи, забери это. За мной гонится.
Друиды, позаливайте ману шаманам. Хламончик первому, Поларион второму. Три гимна у вас еще есть. Я отдавал только что. А чё, Рэппи, куда побежал? Так, Хризи будут танчить, да, у нас? Или ты, Метриос, босса? Кто будет из вас танчить? Без разницы. Ладно, давай, значит, Хризи. Че, где он там? Начинай, короче. Лут забыл поставить. Нет.
Так, сейчас погодите. Напишу ник протопала в макрос. Понял, возьми, смотри стих. Так, теперь ник Митриоса. Сумоньте его. Фламба пишет, спрашивает. Нужно подойти поближе. Значит, Хризи на 8, Метрёс первая копия, Тасуи вторая копия. Так, сейчас Сумоньте. А сумонить будете? Лок. Поставь шкаф, напишите лок в шкаф. Шкаф стоит. Где? А, ну так сумоньте, хули вы стоите. А, все здесь. Ну, Хризи начинает. Цирк приехал. Еще одного варка перенесите. Похоже. Хризи, дальше проводи. Народу хватает без тебя. Ой. Ой, Женя. Чего? Сейчас чуть-чуть. Все. Тасуй, я хуй знает где. Хуй знает. Помрешь так. Не достаю тебя нихуя. Метриос или этот, забирайте копию. Все, хуйня падает, подавайте по новой. Спасибо. Хилы, которые, ну, нормальные, которые хотят захилить здесь танков, они бегают позади танков. Потому что когда откидывает, они, ну, если они будут сзади стоять, где ты сейчас копию держал, то танка откинет, и босс побежит бить танка и даст пизды танку. Но до сих пор оно не подвергалось. Хил не успеет добежать и кастовать начать. Хил должен после откидывания сразу кастовать, стоя на месте уже. Для этого танки, ну, даже должны примерно в один ряд свести, а хилы за их спиной метров на 20 стоять. А я спряталась здесь. Хорошо. Нас убивали с расчетливым. Заезжайте в комнату быстрее. Но основной целью врага. Да, блять, они расту могли стать. То же самое Хризи на боссе. Остальные два танка правый левый. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумерчика. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Тимка на чешку. Слуги, обратите их в пепел. Я с КД был. Ёва хули.
в пепел! Поехали по сторону. Антисептик выйдет в свет. Пламба. Кот. Уже да. Так, значит, играешь во тьме. Первая, вторая выйдут в свет, третья, четвертая и фламба во тьме. А, я остаюсь в свету. Так. Так, давайте два БДК потанчат. Тасуй в ретрика. Так, кто из вас будет тьму танчить? Фризи. Давай. Так. У меня уже достаточно таких предметов. Пейте, ешьте. У меня еще КД. Есть инта. Начинай. У меня на берсу КД, алло. И кулакань. Блять. Забей. Сплошное наебалово. Просто бейте этого фиолетового дурака. Ёб твою мать. Нет. Лок. Лок, Пета, выруби, пожалуйста. Тентакля. Это что, Африка? Давайте смотрим. Это демон. Вижу первого демона. Демон. А что, у него собака, что ли? Кто мог так сделать? Да нет, сражило тупанул. Че он сделал? Глыбу прожал? Да. Перебегайте. Перебегаем. Сразу заходите. Вы найдете лишь страдания. Ходите, если... Я вообще красавец. Капец, до две недели не играл. Видите этого гуся? Так, я говорил, да? Антисептик выйдет первая, вторая, выйдет свет. А, когда выйдете, фаларион поднимешь, филипца поднимешь. 3% будет, скажете. Это заклинание еще не готово. А вот тебе говорят отойти. Ну, отойти подальше чуть-чуть. 3%. Кто, я отойти? Да нормально. Не дадут мне пиздюлей. Ой, я тебе боб дал, сними. Ебать. Красавчик. Вайп отряд. Кстати, да, я не ролю. Так, в свету рост. Исключительный ты что, сумасшедший, что ли? Ты во тьме должен оставаться, это во-первых. Во-вторых, зачем ты сдох? Видел.
30, стопаните все дамаг. Алло, блять. Глазки поднимаем на центр и верх экрана, блядь. 30%. Это значит, вам не надо бить, блядь, босс. Сорок тоже не бьем. Ждем 50. Во тьме рост. Я во тьму зашел. Сторожила, себя не умеем диспелить, блядь, стоим. Учитесь за свой класс играть нормально. Небеса в огне. Они как бесполезные пуги, блядь. Которые падают. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Джек писал. Плащ роль. Игрок не найден, хуй знает где-то. Так, тапки. Какие тапки упали? Не на хантах вообще? На танк. На ИП кто-то перезаходит. Где ты, крематорий? Аргримар, блядь, чё ты делаешь? Я чё, за тобой бегать должен? Алло. Курьерная доставка? Жиза. Это ты в другую локацию прыгни. Я себе оставлю плащ, да, который у меня есть уже. Блядь, ну... Так, все начислять или что там? Так, номер. 10 shorts. Так, все начислять, да?